Главный тренер СевГУ Сергей Михайлович Шаманский. Сергей Михайлович, почему сегодня проиграли? Ну, опять же, потому что не забили. Владея территориальным преимуществом игровым, я считаю, что владея всеми компонентами, которые в футболе современном нужны. Да, не хватило, опять же, забитого гола. Мы наступили на наши грабли. Хотя работали очень много над этим. Не хватает нам завершения, конечно, есть в этом проблема. Не хватает нам нападающего, который может реализовать момент, с полумомента забить. Поэтому. У ТУ сегодня 3-4 выхода, практически 1-1 во втором тайме. Что с обороной творится? Во втором тайме уже оголили тылы, мы уже пошли, мы хотели победить. У нас не важно было, а какая разница, 1-0, 2-0, но все равно это поражение. Лучше достойно проиграть, как мы сделали. То, что пропустили в конце, это все такое, знаете. Главное, что ребята до конца хотели забить. Было стремление, было желание, было огромное желание. Поэтому ребят не в чем упрекнуть, а команду Тулы только с победой поздравить, то, что мы после игры сделали. Эмоции это где-то ребятам с Тулой объяснили, что где-то так немножечко, где-то в моментами нельзя так реагировать. Все. И мы согласились, пожали руку, обнялись. Приятно, что такая дружеская обстановка. Вот. Как вам соперник? Сильная команда? Да, мы разобрали команду. То, как они вчера играли, и то, как с нами, они, конечно, мы их закрыли, вот эти сильные качества, которые у них есть. Неплохой футболист, там у них 20-й номер, который может решить индивидуально, такой хороший технически подкован футболист. Поэтому вся опасность исходила из него. Мы знали, что они длинные передачи ищут, вот это все делают. Мы немножко другой футбол играем, поэтому. И сказалось, вот эти разрывы в линии, которые сказались во втором тайме, где мы центрального защитника перевели в линию атаки, немножечко пошли авантюрные действия. Но это, опять же, во благо было именно позитивный результат. И мы хотели очень победить, и это все было в таком направлении направлено. Вам большое спасибо. Не расстраивайтесь. Удачи в следующих играх. Спасибо.